Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня утренний обзорчик. Немножко задержался, поспал после каток вчерашних. Так, что у нас сегодня интересного есть на английском сервере? Выходные. Так, ну тут понятно все. Пак за 10 баксов. Вот смотрите, уже в два раза больше продают. Ну, 500 можно собрать зефира, плюс, в принципе, 40 смен тоже неплохо. Вот пак с топовыми скинами за пятерку опять добавили. Давно его, кстати, не было. Так, это затрату яиц. Так, а что тут у нас? Зефир за один пак уже сюда добавили. Можете сразу же 5 зефиров словить. Кому надо. Так, фоба 50. Так его дешевле не сделали. Вот паки с сундучками по десятке неплохие. И такие паки, в принципе, неплохо. Так, что по акциям другим есть? Халявы, как видите, нету. На Тайване только была вчера халява. Так, с коллекционер. Ну, довольно-таки, кстати, неплохой коллекционер. Вытаскиваешь фобу 5 плюс 5. Плюс еще на зефира, фрея скин. Ну, в принципе. Ну вот, за ангела 300 слизней. По 15 тысяч, почему бы и нет. Вот реально классная тема. Дискаунт сегодня есть. Я тогда все попытки потратил. Так, что у нас тут карты. Ну, дискаунт, в принципе. Раскол 9. Ну, такое. 15 уже сундуков, кстати, увеличили награды. 15 сундуков за 4000. В принципе, как вариант, есть смысл забирать, потому что там реально топовые плюхи дадут. Так, тут у нас что? Карточка. Да, карточка и остров. Ну, то же самое, здесь награды не меняли. Плюс 50 книг. Так, что у нас по таким акциям? Бонус от Impact, от Clashers Day, Accumulation Bonanza, накопление. Ну, здесь ничего не меняли. Plant, Prospector и такие гифты. Ну, в принципе, все тоже. Понятно все с английским сервером. Что там? Лаудай, бедный рвется. Надо будет его догнать, обогнать. Что-то я вчера завтыкал. Так, окей. С этим разобрались, поехали дальше. Поехали на Тайвань. И посмотрим потом, что на нашем бедном русском сервере еще есть интересного. Возможно, еще куда-то забежим. Ну, такое с утра. Нету халявы. Хотя на Тайване вчера обалденная халява была. В принципе, еще должна быть, по идее, до 7 вечера. Так, такой пак мелкий. Пум-пум-пум-пум-пум. За полпака на английском уже 20 баксов стоит. Тут 50 баксов. Не дешевеют. Вот такая вот акция. Ну, здесь она каждую неделю. Че по плюхам? Ну, не очень выгодная акция. Но вот это вот выгодно. Когда берешь сменки и потом копишь самоцветы. Вот эта вот акция реально выгодная. Такс. За 300 самов. Накопление. По 10 мешков уже дали. Неплохо. Поменяли немножко награды. Вот этот пак. Сейчас посмотрим, или дали. Может, на русском что-то дали. Так, питомцы. Ну, половинка, видите. Но тут зефира так дают, типа, бонусом еще. Но все равно не выгодно. Не подешевели. Нету здесь скидок прям таких мега-мега. Так, давайте посмотрим, что тут. О, сколько тут акций. Пират. Ну, Тайвань пират. Один и тот же. Пока его не поменяли еще до сих пор. И остров тоже есть. Так, один опять осколок. Ну, блин, хоть осколки падают здесь. Так, что здесь интересного?
Да, по-моему, за каждых 600 это, скорее всего, сундуки. Да. В принципе, так больше ничего интересного нет. Бога грома нет. Окей. Так, с русский сервер. Смотрим, что там у нас на ру интересного. Может, добавят наконец-то хватайку или дашборд на столку, которую, блин, уже месяц минает этот сервер. Так, пакет. Понятно, временные акции. Ну, оккультист за пак. Ни о чем просто. 100 за полпака. Да. Огника так и не завезли. Печально. Пакет накопления. Зефир за пак. Набор необычные. О, ничего себе, ребята. Посмотрите, какая халява на русском сервере. Блин, ну, с одной стороны, да, это халява, 250 халявных самов, точнее, 249. С другой стороны, вот этот пак, ну, я не знаю, печаль полная. По сути, там, блин, хоть сундуки, сундуков реально топовые плюхи падают. Здесь напихали нам разных пропусков. Ну, я надеюсь на то, что еще дадут эту халяву. Так, парящий остров. О, ничего себе, зефира собрал. Так, день замка владельца. Войди в игру, вроде ничего не добавили. Сейчас глянем. Вроде ничего такого нету. Пакет накопления, ежедневный бонус, цветущие, разбей яйца, счастливое число, сокровищница, вообще ни о чем. Сокровищница, я не знаю, ну, как по мне, полностью хрень полная. Нафига они ее сделали, я даже не знаю. Сейчас с вами еще на АЭС забежим. Мы потратили один самоцвет. Космо. Если космо на Тайване можно словить, блин, с бесплатки. Короче, хрень. Реально хрень. Вот считайте, 249 самоцветов. Ну, не знаю. Такое. Поехали еще сбегаем на Тайвань, посмотрим, что там у нас на Тайване. Да. Ну, короче, пишите в комментах, что вы думаете по поводу этой дичи всей. Ну, честно говоря, нехти. Сейчас я зайду вот сюда. Так, что у нас на Тайване? День замка владельца, понятно. События, коллекционер героев. Ну, тоже, в принципе, неплохой. Но, Коля, на этом... О, нифига себе, посмотрите, целая роза, ребят. Обалдеть. Целая роза за... По сути, за то, что вытянете ледяху. Ну, в принципе, неплохо. Прикольненько. Один осколок. Слоты на склад мы добавлять не будем. Поехали еще разок глянем. Так, ну, Коля, в принципе, неплох. Если собрать. Магазин скидок. Обновить. Ну, сумки Зефира. Ну, опять же, они все за донат. Ну, вот без донатной можно скин забрать. В принципе, неплохо. Карта богатства. Отправиться в рейд. Вот, кстати, очень классная тема. Карта богатства, вот именно для бездоната, я вам скажу, довольно-таки неплохо. А почему? Потому что можно собрать слизней. Они ж падают в двойном размере. Все, покажу. Вот это реально плюс. Так, магазин, карта богатства.
И тут куча разных, это еще пустынные. Вот 80, это за два заходика. Ой, будь здоров, скажете, напишите. Что-то. Ой. Так, ну я хочу бесплатку заюзать. Так, мы там кого качаем? Ворожея здесь качаем. Вот посмотрите, как чудесно. Вот это да, вот это вот плюс, то, что реально плюхи обалденно можно получить. Так, тихо. Чик. Я решил здесь копить самоцветы. Так, ну на карту смены нету, сменить бесплатно. В общем, вот так вот, ребят. В принципе, я вам скажу. Давайте плюхи откроем еще. О, пакт! Обалдеть! Огонь, ребятушки. Я еще в лабиринт вчера бегал. Пробовал, тестировал. Так, открыть. Чик. Тыковка. Тыковка. Ну, тыковка у меня уже здесь есть. Блин, мне на немке надо тыковка. Но пакт это реально круто. Надо качать Анубиса. Анубиса надо качать и... Ну, видите, здесь тоже книг, в принципе, хватает. Так, блин, надо делать эволюцию и качать Анубиса. Расходники у нас, в принципе, есть. И качать ему скилл. Блин, круто. Пакт. Посмотрите, халявные какие у меня есть. Не только пакт. В принципе, пакт не обязательно ему ставить. В общем, вот так вот. Такие вот плюхи, ребят. Такие акции. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.